Я сегодня, благодаря погоде такой плохой, опять чистка холодильника от остатков. Это будет зажарка у меня для рассольника. Для него у меня тут уже варится перловочка. Здесь у меня уже на подходе такая солянка на сковороде с капустой. Уже немножко капусты от борща осталось. Что-то захотелось такого яркого, моего любимого, на сковороде с баночкой лечо. Вот. И нужно использовать эти вкуснючие баночки с фасолью из гуманитарки. Будет очень сытный, вкусный обед. На скорую руку. Все, пусть прогреется и готово. Инка. Куда опять собрался? Холодно на улице. Куда собрался? Ты домашний кот или бродячий, Фима? Бродячий или домашний? Рональд ускакал гулять снова. Хоть приходит. Приходит вовремя поесть. Здесь у меня уже свернулось молоко. Почти свернулось. Будут, наверное, оладушки. Рассольник у меня сегодня будет на сале. С кварочками. Все, собрала я наш рассольничек. Такой густючий, аж ложка стоит. Почти стоит. Ну, что это такое за погода сегодня? То солнышко, то дождик. Что такое? Вот опять речка течет. Все мокрое. Так. Уже не впитывается. Вот немного постирала, вот никак не высохнет. Сейчас понесу над печкой вешать. Безобразие. А завтра маёвка, как раньше называли. 1 мая. Сначала шли все на демонстрацию. Делали украшения, колонны такие нарядные, красивые были. Белая бумага на ветках была, как будто бы цвет яблонь. С букетами сирени. А когда отменили такой праздник, демонстрации не стало. Ну, как-то уже совсем все по-другому. Пока все собирались на месте дислокации каждого предприятия. Гармошки, балалайки, все, что хочешь было. И, конечно же, все после парада шли. Кто в лес на пикник, кто дома собирался. Дружные были коллективы. Помню, у родителей моих тоже маёвку отмечали, фотографии есть. Танцы, шманцы. Вот. Как все быстро растет. Вроде и прохладно, а растет все так. Прирост большой сразу. Вот какая туча. Что-то будет. И сирена завыла. Опять дождь будет. Вот сирень такая. Не расцветает никак. Нам дождик может помешать. Посидеть на улице. Устроить пикничок. Мокро сильно. Рональд, не пойдешь ты гулять уже, хватит на сегодня. Ты так все болото оббегал, да? Ну вот, пожалуйста.
Да, вы еще ж не забывайте, что сегодня с 30 на 1 число Вальпургиева ночь. Таинственная. Все ведьмочки на шабаш прилетают. Метла готовим. Рональд. На метлах летать будут. Посмотрим, что сегодня ночь наша покажет. Вот барбос. Вот барбос. Ты мой зимой. Все, больше ничего не буду сегодня готовить. Сварила все для салатов. Завтра уже будем готовить. Да, Фимка? И мясное, и салатики. Все-таки праздник. 1 мая.